Умение определять время по часам помогает ребенку быть дисциплинированным, ведь это позволяет ему точно понимать, когда взрослые говорят ему о необходимости идти домой через 5 минут или что нужно вернуться через 2 часа. Нельзя назвать точный возраст, когда ребенка можно научить определять время. Промежуток составляет от 5 до 7 лет. Нужно, чтобы ребенок умел считать как минимум до 60, чтобы можно было ему объяснить, сколько минут в часах. В первую очередь расскажите ребенку о понятии времени в целом. Поговорите о днях и неделях, минутах и часах. Покажите ребенку часы, а и объясните ему, как на них обозначаются секунды, минуты и часы. Зачем нужны стрелки? Можно приобрести для ребенка его собственные часы, например, наручные или будильник, или же смастерить часики из картона и цветной бумаги. Обучение определять время займет не один день, но данный навык обязательно пригодится ему при поступлении в школу.